Приветствую вас на канале Монах ТВ. Мы сегодня опять за грибами, за опятами. Уже двигаемся к машине. Идет сильный дождь. Но мы с уловом. Так что я доволен, в принципе. Ну а вам приятного просмотра. А вот первый опенок осенний. А? Еще, да? О, красота! Эти-то вообще крупные. Вот огонь. Можно сказать, первые опята в этом году. Да и вообще за много лет не было у нас их. Почему-то непонятно. Отличное начало. Надеюсь на продолжение. Вот еще. У нас дождь посыпал. А? Ага. Здесь внимательно все осматриваем. И вот по этому стволу дерева, вот они еще. Вот это красотища. Как давно я их хотел. Вот это красота. Вот еще здесь. Под березой. А вот срезанные. Вокруг березы. Ну, наши грибы все равно никто не собрал. Вот его. Огонь. Вот такое вот уже количество подсобралось. По этому же стволу, вот, по которому срезать начал. Еще парочка. Ну и такой вот огромный опенок. Такой царь опенок. Нож вчера раза три чуть вот так не потерял. Хорошо возвращался. Запоминал, где срезаю. Надо какой-нибудь темляк к нему привязать. Потому что у меня кобура-то есть. Но на спортивных штанах, к сожалению, ремень не прицепишь. Поэтому так происходит. Вот еще один. Прям крупняк. А вот, смотрите, какая красота. Просто сказка. Ну и мелкий. Самый такой для маринада. Решил пока дальше не двигать, а просто обойти эту березу вокруг. И не зря.
Красота! Травой, листвой загнул все их, конечно. Но от этого их вкусовые качества не теряются. Здесь вот мелкота какая. Но совсем мелкие не буду брать. Вот этот вот один возьму. Хорошенький. И вот еще крохотулька. Вот это вот поляночка. Просто красотень. Нормально. Да. Зачетная. Самые такие замариновать. Да без разницы, хоть пожарить, хоть на солянку также, хоть на икру. Но все-таки хочется жареных с картошечкой. Давненько не было их у нас в гостях, в лесах в наших. Здесь вот мелочь какая. Ох, денька через три вырастут. Отлично. Здесь все, конечно, закрываем. И двигаем дальше. Листва еще не потемнела. Поэтому их очень сложно найти. Вон они. Такие. Прям что листва, что они. Да, решил я не доставать нож, дабы не потерять. Буду так собирать. Опята хорошо ломаются. Раз, вот так, и все, и готово. Ну, нет-нет, да попадаются. И это очень радует. С одного конца вот этого повального дерева начали попадаться. И вот по нему двигаюсь так потихоньку. Вот, пожалуйста. Много мы прошли, нигде не попадались. А вот на этом участке почему-то они есть. Видимо, благоприятная среда здесь для них. Вот срезанные кто-то срезал. А вот уже свежие выросли. Но опята будут, если, конечно, мороз не вдарит сегодня-завтра. Вообще думали, что... Ой, это вообще уже старый. Не будем брать. Вот эти заберем только, и все. Вообще думали, что сегодня будет мороз. Но сегодня пошел дождь. Поэтому мы здесь. Где-то вот с той стороны я сюда смотрел, видел гриб, а сейчас уже не вижу. Потому что я на него уже наступил, наверное. Вот потихоньку, полегоньку попадаются, собираются. Здесь вот уже старенькие, их не трогаем. Двигаем дальше просто и все. Здесь срезанные, значит где-то есть и не срезанные. Вот молоденькие два стоят. Хороши. Опятки. В общем, были мы вот внизу там, во овраге в этом глубоком. Поднялись сюда наверх. Прошли немного. И вот такой вот пучок попался. Редко, конечно, попадается, но
походить, пособирать можно все-таки. Вот как-то так. Вот хорошо, как зашли в сторонку. По лесной дороге шли. Попался один опенок. Посередине прям. Ну, Леха говорит, надо зайти сюда посмотреть. Если один есть, значит, должны быть вот какие маленькие. Хорошенькие. Ну вот, значит, не зря завернули. Ой, вот, 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 вот. Да, огонь. Так что надо здесь прям очень внимательно. Вот три штучки. Рубль кучка. В кучке три штучки. Вот тут еще один спрятался. Вот в лесу гуляли, собирали опята. И на пеньке тут липа поваленная. Вешенки попались. Да неплохие. Вот. Вообще листья вокруг от клен. Не знаю, но это точно не клен. Вон, видишь, как прижат. Шкурку. Ага. Под шкурку он лезет еще. Ну да, полно здесь их. Да. Мелких. Ну какая огромная сова. Она меня запалила. Да мы были в этом овраге уже, мне кажется. Мне кажется, мы уже были в этом овраге. Нет? Они и так похожи. Мы перешли на другую сторону леса. Здесь тоже немножко попадаются. Вот. Настоящие осенние опята. На толстых ножках. Вообще зачетные. Вот это я понимаю. Просто огонь. Где-то два штуки где-то торчали, видел. А, вот, нашел. Три даже. Дождик пошел опять. Ходим, потихонечку собираем опятки. Вот такие вот зачетные. Ну, думаю, если тепло постоит, то денька через три будет их еще. И немало. Вот такие вот самые лучшие. Просто красота. Вот еще увидел. Еле заметил их. Понемножечку прибавляются. Красотища. Мы уже идем к машине. Дождь усиливается, не перестает.
уже все промокли. Так что по пути, что попадается, забираем. Вот такой вот наш сегодняшний итог по опятам. Конечно, не сильно много, как вешенок, например. Но тоже ничего, если учитывать то, что опят у нас давным-давно не было. И вот первый год появились. Вообще зачетно. Ну, если, конечно, считать, что это начало, то выезд будет еще разок, может быть, другой. Лишь бы не подвела погода. Ну, а вы подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, оставляйте свои комментарии, я их все читаю. Также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, там частенько бывают анонсы, фотографии с тихой охоты, с рыбалок, с выездов на природу, с ножами Российской империи СССР. Дегидратором и автоклавом. Всем счастливо, пока. Жареная картошка с осенними опятами, немного сметанки, немного соленого сала с чесноком, ну и, конечно, мой любимый тархун. Ну, дальше видео пойдет для моих самых преданных зрителей. Поболтаем и поедим. Картошка с опятами. Просто сказка. У нас опят. Лет 5, наверное, осенних не было. Но, по крайней мере, мы их не находили. Хотя как-то раз мы объехали все леса и заскочили в один овраг. А там опята такие все уже перезрелые и червивые. Было видео. Это лучшая еда, какую можно себе только представить. Кстати, вот в этом лесу, где сегодня собирали опята, мы также вот с братом приехали, но это было давно, лет не знаю сколько, может быть 10 назад. Там же глубоко нужно в лес зайти, там очень далеко, короче. И все время спускаешься вниз, 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 во враг. И мы там наткнулись на опята. Их столько нарезали. У меня, помню, с собой рюкзак еще был. И две вот такие вот большие сумки, сшитые из парашюта. Парусин. Такая ткань есть, вроде бы, если я не ошибаюсь. Они высокие такие, здоровые. И мы наткнулись вот на эту поляну большую опят осенних. Нарезали просто полные эти сумки. Кто грибник, тот знает, что входишь вот в этот азарт, и все, режешь, режешь, не замечаешь, сколько ты. Осознаешь только дома. Но я в этот раз осознал где-то на полпути. Нам же обратно-то в гору везде из этого оврага. Я уже на полпути такой тащу эти две сумки и рюкзак, и такой думаю, блин, высыпать что ли одну хотя бы сумку. Потом подумал, думаю, зачем я все-таки собирал их. Привез домой, тут обрабатывать всю ночь. Ну, зато потом всю зиму все были родственники, близкие, все с грибами. Ладно, не буду вас долго задерживать. А кто досмотрел до этого момента, вы красавчики. Спасибо вам большое, что смотрите все подряд, что я снимаю и выставляю. Прям от души, искренне. Крепкого вам здоровья и всяческого благополучия. Приятного аппетита вам. Счастливо, пока.